Ставропольский край, поселок Солнечнодольск. Однажды, много лет назад, когда Давиду было 3 года, мы приехали сюда к сестре, к моей в гости. Ну, к моим племянникам. Так вот, Давид взял у меня и сбросил документы все вон туда вниз. А мы и не видели. И все. Ой, а как мы нашли потом все. Правда, без денег. Красота. Красиво. Вон там церквушка хорошая. Вот дворец культуры у нас здесь. Тоже наши все работают. Везде наши все работают. Идет дождик. Ну вот так вот. Пойдем дальше. Да ты что? Оль, как дела у тебя? Айбат. Айбат. Ты помнишь в Башкирии это слово? Да. Молодец. Кен. Кен из Израиля помнишь? Крутая. Галина, ты как? Все хорошо, да? Ай, молодец. Смотрите, какой Галина дом построила. Одна женщина. Такой домище замутила. Молодец. Сколько, какие у нас Галина, женщины. А Ольга Юрьевна? А Ольга-то помогает, помогает. Да. Молодец. Я говорю, у нас женщины нас как остановят, говорит, да? Да. Вот. Видите, где мы здесь? Ставропольский край. Классный край. Ну, вот Ольга у нас тут молодец. Мангуся, давай, блядь. Вот такие артистки. Команда. Командирша. Оль, молодец, молодец. Любишь, да, деньги снимать с автомата? Да. Заработала много, да? Ну вот, покажи-ка верь. Правильно, не надо. Молодец, молодец. Все классно, молодец. Чего? Шайба моя появилась? Шайба появилась. Красивая ты вся, желтая. Как цыпленок. Молодец, на машину. Машина крутая. Джипс. Крутая.